Всем привет, Ольки. У нас тут пельмешки варятся. Чё вам на них смотреть? Чё вы не видели, как пельмешки варятся, что ли? У нас сегодня обнова, которая не приехала. Какая обнова, кто есть у меня в ярусе, уже знает. Вот. Там фотку выставила. Сейчас натрескаемся с дочкой пельменей. Это ж горе. И все. Вчера вот эта вот импортная полочка, вот такая, ну, которую мы, помните, кто давно, да, те помнят, собирали, с Озона я заказывала вот такие полочки, которая успешно сломалась. Ну, короче, согнулась. Ну, не выдержала, ё-моё. Она ж не предназначена для 20 томов книг. И, короче, она сломалась вчера ночью. Сегодня ночью. Как рухнет все, такой грохот. Мама дорогая, хорошо на компьютер на ее не упала. Пипец. Ну, что вы думаете? Я полночи не спала, думала, что же нам делать. Потом говорю, да что же я всякую фигню-то покупаю. Ну, хотела как лучше, да, без... Ну, чтобы это самое, самой из дочери бац-бац собрала. И говорю, хватит нам, мы же все равно сюда ничего не хотим покупать. Особо мебель-то. Сегодня поездила по мебельным магазинам. Поездила я такая, значит. Говорю, куплю какие-нибудь полочки ей навесные. Деревянные. Посмотрела цены. От 3000 и выше полочки эти навесные. А там 2 квадратика. То есть, ну, поставить-то на них совсем нечего. Ой, ездила, ездила по всем магазинам. Ездила, ездила. Доездилась. Приехала в один магазин. Не буду говорить пока в какой. Вот, мебельный у нас в городе. А там стоит угловой шкаф. Такой шикарный. И там шифонерчик типа внутри для вешалок. И для книг целая большая такая фигня. И под все маленькие полочки. В общем, угловой шкаф. Завтра покажу. Кому не терпится, можете уже идти в ярус и посмотреть. Вот там фотку я выложила. И нам должны были сегодня привезти. У нас тут вообще перебор, свалка прям тепереча. Но я уже сегодня ничего не хочу делать. Завтра я разберусь. Вот. Я вообще сегодня хотела убираться в своей комнате. Вот. Говорю, дочка будет у себя там разбираться, а я буду у себя. Факир был пьяный, фокус не удался. Доча все тут разбомбила, разложила. Угол мы с ней этот приготовили. Не знаю, уместится у нас с ней в этот угол или не уместится. Угол, конечно, безобразный, без ремонта. Здесь стол стоял, все ободралось уже. Ну, очень прекрасно, очень прекрасно. Теперь этот угол закроет. Вон там, видали? Тепереча книги лежат. Вот, вот эти комоды, вот это вот все дело, оно все отцу... И там я. Ой, где я? Нет. Как надо-то. Короче, где-то я пропала. Принцесса мамина. Мамина? Довольна? Да. Ой, радости было. Она едет с колледжа, а я поехала. Это самое, я же ездила сначала, искала. Деньги с собой не взяла. Поехала домой за деньгами. На карте у меня было мало. Поехала домой за деньгами. Вот. И сначала взяла один шкаф, а там можно было по отдельности. Потом подумала, а что тут один-то? Уж брать так весь комплект, тем более за такую цену. Вот. Она говорит, это у нас, как сказать, тестовый, как-то она сказала, вариант. Будут брать, не будут. И поэтому по такой цене. Ну, там вообще вся мебель у них такая прям, девочки. Там кухню увидела, я ее хочу такую. Ну, не надо оно нам сюда, ну, не надо.
Потому что я вам уже много раз говорил, я не хочу эту квартиру загромождать пока мебелью. Не хочу. Пока я не приобрету себе свою мечту. Вот. Как приобретет... Сейчас убежит у меня эти пельмени. Как приобретется мечта, так будет уже покупаться мебель, да? А сейчас пока не хочу. Вот. Поэтому ждем. Живем, точнее, так, как есть. Без мебели. Ну, спать есть на чем, кушать есть на чем. Вот. Поэтому все нормально, всего хватит. Что ты как долго не закипаешь? Видали, какие? Пельмени. Не могу вот с этой стороны. Как держать камеру, чтобы вам было все видно. Вот. Так что вот. Про грибочки вам там сегодня выставила опять. Видео, кстати, это 2 лет давности. По-моему, кто-то из девочек написал: «Люба, я на этом видео к тебе подписалась, и у тебя еще не было даже 5000 подписчиков». Да, в этом году, ну, за 2 года, да, набралось 30 тысяч с лишним подписчиков на YouTube-канале. Ярус тоже растет, Дзен растет, поэтому всем-всем огромное-огромное спасибо. Вот. О, пельмешки закипают. Сейчас будем кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну и, короче, это самое. Должны были после 5 вечера привезти нам доставку сделать. Вот. Ну, привезут завтра. Позвонили, извинились. Там что-то, ну, не получилось у них сегодня. Говорит, завтра в 10 часов магазин откроем, загрузим и сразу привезем. Я согласилась. Вот. Они очень переживают, что сам угол, который идет прям в угол, что он не пройдет. Шкафы-то сложенные. И придется разбирать. А мне не хочется, чтобы они разбирали. Вот. Не хочется уже, чтобы все вот... Они... Вообще, я планировала, что они сегодня вот занесут нам один только угловой шкаф, внесут дочке в комнату, остальные здесь поставят. Мы уже там сами с ней все поставим. Че мы, не сильные, что ли? Мы сильные, мы сами справились бы. Ну, а раз уж они завтра привезут, мы уже там у нее телевизор сняли, у нее телевизор там висел на стене, убрали, стол убрали, за которым она там рисовала, писала. Мартюшины стены оттерли, где он больше всего лежал, там стена была прям черная. Вот, поэтому... Ой, кипят мои пельмешки. Девчонки, вот скажите, вот домашние пельмени как отличаются? Ну вот, вообще, да? Такое тесто сморщилось, мне так нравится. Вкусненько сейчас будет. Так, сейчас возьму тарелочку. У меня вот эта вот фигня какая-то тут повылазила. Простуда, наверное, была. Хотела вылезти. Ну, она вылезла, точнее. Ну, не до конца. Сейчас мы с вами одну пельмешку попробуем. Шварилась уже или нет? Ну, думаю, что еще нет. Пускай варится. Так что ждем завтра. Хорошо попробовала. Я посолила. А мало. Видать, фарш не соленый. Сейчас добавлю. У меня вот здесь приправы есть. Сейчас я их добавлю. Так что у нас сегодня обнова у дочи в комнате. Ну а что, ей некуда ничего ложить. Сколько можно ждать, тянуть? Ждать мечту. Пока ждешь мечту, ребенок вырастет. Ну и другой шифонер освободится. А то все в одном шифонере. Ничего не умещается. Вот. Поэтому я счастлива. Плюнула на все, поехала и купила. И все-то тут. Подумала, что это будет гораздо выгодней, чем эти полочки. За 8 тысяч, за 3 тысячи, за 9 тысяч какие-то. Просто тупо вот такие вот. О, вот такие полочки. Девять тысяч. Да нахрен они мне нужны? Такие полочки за такую сумму. Вот. Так что ждите завтрашнего обзора.
Мы все поставим, все там сделаем и покажем вам шикарный шифонер. Я еще спрошу у хозяйки магазина, можно ли снять ее магазин, показать вам. Я что-то сегодня ступила. У меня сегодня какое-то, знаете, утром было солнце. У нас вывозили везде снег. Вот, по краям дороги. Сытый ребенок спит. Вывезли снег по краям. Вот, то есть обочина уже практически без снега. Потом днем не было солнышка. Потом после обеда опять солнышко вышло. И вот прям, знаете, вот какое-то вот такое состояние было. И веселое, и невеселое, и какое-то и радостное, и нерадостное. Ну, короче, я что-то даже тормозное, что ли, какое-то. Я ничего вам сегодня не поснимала там. А хотя очень хотела. Так что я спрошу у хозяйки разрешение, если она разрешит. И если вы хотите, то я сниму вам обзор из того магазина. Вот. Потом попользуюсь шкафом и расскажу вам, как его, свой отзыв. Ну и, конечно, кто здесь живет, Собинка, Лакинка, пожалуйста, вы будете просто в шоке от цен в этом магазине. Вот. Ну, потому что все цены, которые я вижу в интернете, у меня просто глаза на лоб лезли. И на кухню, и на все на свете. Блин, да что ты? Чек достаю. Вот здесь чек. Такой товарный чек. Так, угловая система Кириллия, по-моему, называется. Дуб молочный в сборе. Вот. Цену скажу позже. А лучше завтра. Мне еще там сделали скидку почему-то. Не знаю почему. А, потому что весь, она же сказала, если весь заберете, я вам сделаю скидку. Вот. Я забрала весь. А если бы она, наверное, узнала, что я блогер и могу прорекламировать ее магазин, еще бы сделали мне, наверное, скидку. Че? Почти бесплатно была бы реклама на моем канале. Так, все, я накладываю кушать, и мы кушаем. Но я не сказала, что я блогер. И что у меня есть девочки из нашего города и поблизости, которые могли бы вас... Ой, а какой диван там тоже обалденный был, девчата. Железный каркас внутри. Раздвигается, делается такой большой. 10 человек можно уложить. Представляете? Так что, девчульки мои, красотульки, пельмешки. Сегодня я как-то поставила вас. Дочь, дай мне вон ту красную тарелку, пожалуйста. Тебе положить маслице? Да, какую красную тарелку? Вот красная тарелка. Большая? А, да. А то не видно никому ничего. Пускай думают, что я ем с тазика. О! Классно я придумала? Я молодец. Нету сегодня у нас майонеза. Он закончился еще позавчера или вчера, или позавчера. Вчера. Вчера. А я забыла. А я не была сегодня в таком магазине. Сколько можно деньги прожирать? Вот что-то путное лучше купить. Скажи, дочка. Да. А маме сделай. Ты чуть-чуть? Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть это сколько? Вот с этого краю налей. Я буду макать. Еще. Стоп! Это было чуть-чуть. Спасибо. Если это чуть-чуть, то много. Это сколько? Вся тарелка? Да. Дочь, ты счастлива? Да. Тебе понравился? Да. Музыку вам не надоедать. Вот дочь счастлива. Очень вкусно, но очень горячо.
А я ем с хлебом, да. Ой, девчата, свои пельмени-то огонь. Масло только не растаяло. Очень вкусно. Так что два комода у дочи в комнате. Разного фасона. Наверное, не знаю, в зал поставлю. Куда там? А? Куда там взялся? Некуда. А еще только цветочную стойку убирать. Где, кстати, он раньше и находился. Ну да, он там раньше и стоял. Пока не появились стеллажи. Да. Я все равно орхидеи, вот эти, которые на стойке, собираюсь перевозить туда, в квартиру. Mm-hmm. Поэтому я думаю, может, я их перевезу, они пока не цветут. Белый биглип наконец-то отцветает. 2 года почти цвел. Не почти, а 2. Леночка Сухоставская такой же биглип вместе со мной тогда брала. Не помню, с какой Азии. Лена, если смотришь, напиши. Он жив у тебя? Белый биглип панда-то. Сейчас его почему-то все называют принцем каким-то. Белый принц на коне. А? Белый принц на коне. Yellow это что? Yellow? Да. Желтый. Ну, значит, я ошибаюсь. Ну, как-то принц он называется. Сейчас. Мы его тогда еще пересаживали. У него листья огромные, длинные, узкие. И вверх торчат. И корней практически не было. Я его посадила в свой мох. И он... Когда? В ноябре, наверное, я пересадила. И где-то в декабре он уже... Ой, в январе он уже зацвел. То есть тут же выпустил цветонос и зацвел. А потом начал только корни наращивать. Вот. Девочки, номерки орхидей. Что про замену грунта? Вот видео я вам выпускала, да, не вынимая из горшка. Это повторные видео все. Про замену грунта. Это видео у меня выходило 2 года назад. И у меня очень часто спрашивали про это все, и я решила, почему, зачем повторяться, снимать одно и то же, когда такое видео уже есть снятое. Вот. Я вам его просто подняла наверх, это видео. Вам облегчили задачу. Да. Чтобы вы посмотрели, как я это делала. Меняла грунт, промывала субстрат. Не пишите мне, кто делает еще так же. Потому что меня там утыкнули, мне сказали. Только мое видео вышло гораздо раньше. А это был повтор. Можете поискать. Там даже фото на заставке одно и то же.
то ли в 18-м году, то ли в 21-м. По-моему, в 21-м или в 20-м даже. Ну, как может быть 18-й год, если это 5 лет назад даже. Ну, я помню, что что-то... Может, 5 лет... Нет, значит, не 5 лет, нет. Нет, слишком много. Значит, 20-й, 21-й. 20-й или 21-й год, да. Я потому что им загружала видео, которые в 18-м году были запущены в YouTube. Ну, я их поднимала наверх просто. Горячо. А? Горячо. Для чего? Горячо. А, горячо. Ну, а потому что снимать одно и то же? Эти видео уже есть на канале. Какая разница, когда они сняты? В моем уходе ничего не изменилось. Я очень часто так делаю замену субстрата, промывая горшки под напором воды. Только я делаю это в основном в ванной. И я вам это показывала тоже. Кстати, совсем недавно это тоже было свежее видео. Да и постоянно, когда я показываю, как я купаю орхидеи, я промываю там горшки от солей. Здравствуйте. Что это было? И, кстати, в моих орхидеях уже как года два нет солей. Потому что именно, видать, моя дождевая вода очень-очень даже им подходит. Потому что про дождевую воду мне тоже тут написали. Что она очень плохая, очень грязная. И т.д. и т.п. У вас грязная, у меня нет. 2 года. Да, 2 года тому видео. 2 года поливаю я, потому что орхидея только дождевой водой. И никакого засоления, ржавых корней, черных корней. Нет, ржавых корней. Черные корни есть, это потому что удобрением пользуюсь. А вот этого вот от воды ржавчины нету. Ну да, если я сейчас начну из-под крана поливать, то будет беда с корнями. Ой, все, девочки. 10 штучек маленьких съели. Не наелась. Доедай. 3 штуки осталось. Доедай, Мартину нельзя их. Я знаю, что нельзя. Ему, кстати, ни хлеб, ничего нельзя. Даже хлеб нельзя? Нет. Он тут же начинает дергать ушами. Не смотри на меня так. Тебе нельзя. Нет, он кушал мясо недавно. Свежее. Поэтому на ужин я ему ничего не дам. Ни кашки, ничего? Нет. Жалко, что ли? Он потом дышать не может. Мне не жалко, ему тяжело. Вот это облизывание, знаете, что значит? Я хочу есть. Да, Мартюш? Это ты хочешь есть, да? Ну хорошо, сейчас мама погреет тебе кашу с мясом. Только немножко. Все, мы договорились. Немножко. Так, все, девочки. Чтобы вы меня не потеряли, я вам показалась. Чуть-чуть с вами перекусили. Сейчас погрею Мартюше кашу. Вот, завтра мне совсем будет прям некогда. Потому что тут с новым шкафом, тырым-пырым, мэром-фэром. В общем, вы меня поняли. Все, всех люблю, всех целую. Не скучайте, не теряйте, я всегда с вами. Я вас люблю.